Друзья, приветствую на канале. Весна пришла, а мы по-прежнему топим. На улице у нас холодно сегодня. Приготовил угля я на ночь. 5 ведер. Котел сейчас растопляю. Так, сейчас покажу. Вот он. Вот бумагой. Была ячейка. Немного бумаги. На ячейку он налил чуть-чуть отработки. Снег у нас почти растаял. Сейчас покажу. Вот такая красота. 12 марта я еще снимал. Снегу было, метель была. А сейчас очень хорошо подтаяло. Снег остался только там, где чистили. И в низинах. А так все замечательно. Только холодно. Запас уголька у меня тает, осталось немного. Ну, вот тут еще есть немножко. Вот столько снега осталось. Сугроб был большой. Нынче его поднадуло неплохо. На юге сейчас жара. Уже, наверное, высаживают все. Огород пашут. А у нас вот так вот. Земля. Лед и снега еще. Ну, уже немного осталось. Скоро потеплеет. Так, дымоходик. Сейчас поближе подойду. Растопочка. Ну, там уголь шает пока. Дым есть. Только разгорится дым, пропадет, и дыма больше вообще не будет. Пока все не прогорит. Вот так у вас на улице. Всего-то минус 7. Но ветер, холодно. Холодно. Обещают, что холоднее, как бы, потому и загрузка будет на ночь побольше. Ну вот, я в котельной. Эти дни отопился без ворошения. Не включал ее, потому что на ночь грузил 2-3 ведра всего. Но сегодня ночью было холодно. И этой ночью будет холодно. Так что будет загрузка побольше. Загружу я 5 ведер, чтобы же как бы до обеда, я думаю, до завтрашнего мне и хватит. В котельной не убирался, такая вот грязь. Котел маленько смахнул, чтобы не показывать уж совсем его не в хорошем ГЦ виде. Так, что у нас там? Вот, разгорелось уже, в принципе. Можно засыпать весь уголь. Сейчас закину 5 ведерок. Секундочку. Ну вот, друзья, 5 ведер влетело в него. А ему хоть бы хны. Места еще полно. Надеюсь, видно. Вот такая у нас холодная весна. До сих пор топим, как бы уже надоело, но Сибирь. С этим ничего не сделаешь. Надеюсь, было интересно. Всем хорошего настроения. До новых встреч.